Вы смотрите обзор товара удобрения для огурцов и кабачков, Агрикола, 50 грамм. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Описание товара. Агрикола 5 для огурца, кабачка, патиссона и дыни. Состав, НПК 13 часов 20 минут 20 секунд плюс МГ микроэлементы, пакет 50 грамм. Удобрения включают полный сбалансированный набор макро- и микроэлементов, не содержат хлора и тяжелых металлов. Правильный состав, учитывающий потребности растения в тот или иной период роста, своевременные подкормки удобрениями Агрикола препятствуют образованию нитратов в растениях. Подкормка удобрением Агрикола. 5. Для приготовления рабочего раствора 25 грамм удобрения растворите в 10 литрах воды и обработайте 10-25 м2 посевов в зависимости от способа обработки. Огурец, кабачок, цукини, патиссон. Первая подкормка проводится в фазе появления третьего настоящего листа при высеве культуры в открытый грунт. При рассадной культуре, через 5-7 суток после высадки рассады. Последующие обработки проводите с интервалом 7-10 дней. Всего рекомендуется провести 4-5 подкормок. Дыни, первая внекорневая подкормка проводится через 10-15 суток после высадки рассады или посева. В течение вегетации необходимо проводить не менее 2-3 внекорневых подкормок до начала плодоношения. Кроме гранулированных удобрений в комплекс Агрикола входят жидкие органоминеральные удобрения. Жидкие удобрения Агрикола в дополнение к элементам питания растений содержат гуминовые вещества, энергены, которые благоприятно влияют на усвоение питательных веществ из почвы, а также повышают устойчивость растений к заболеваниям. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.